Итак, тема проповеди будет называться ⁇ Знание Бога ⁇ Верить в Бога и знать Бога ⁇ большая разница. Вот я вам скажу, честно, вот всем скажу, что когда человек приходит к Богу, у него такая радость, Господь простил все его грехи, у него такая легкость, он получил новую природу, он, если он нормально, реально покаялся. И родился свыше, знаете, его жизнь изменилась. Он как вот этот шарик надутый гелем летает, такое у него все счастье, все хорошо. Спросите у этого человека, ты знаешь Бога? Он вообще не знает Бога. Он просто то, что он узнал, что Бог его любит, что Бог простил его грехи, что Иисус был распят вместо нас. И он просто эту информацию принял. И знаете, истина делает человека свободным от грехов, от всего. И этот человек, который покаялся и родился свыше, он такой радостный, он такой счастливый. Знает ли он Бога? Нет, он не знает. Он знает очень маленькую начальную частицу Бога, которая позволила ему зародиться новой природе в жизни. Этот человек начинает посещать собрания верующих где собираются верующие люди. Он приходит с открытым ртом. Он смотрит, что все такие мудрые, все такие зрелые. Я ничего не знаю. Он хочет все знать. Он у всех все спрашивает. Он ищет, ищет Бога. Он развивается. А все в церкви, знаете, умиляются, смотрят. Так здорово, классно. Он рожденный свыше христианин. Он еще, можно сказать, младенец во Христе. И он растет, его все подбадривают, ему советуют. Но проходит несколько лет, несколько лет, 5, 10, 15, 20 лет. И этот верующий в его жизнь приходит, знаете, просто тупик. Он не знает, что ему дальше делать. Он не знает, как ему двигаться дальше. Он, он просто потерян. Он выслушал все проповеди, он как бы сходил на все библейские уроки, он прошел весь курс там новообращенного, он крестился, он все, он, он даже как-то служит. Но он чувствует, что то, что ему говорят, он как бы дальше, он не может одно и то же как бы слушать. Он, он, он чувствует, что он призван к чему-то больше, к развитию какому-то. Знаете, даже вот при жизни вот бегает маленькая девочка, смотришь, потом уже девушка, смотришь, она вышла замуж, смотришь, а у нее там э, уже родились дети, она уже вокруг дети, смотришь, что там потом внуки появились там. Ты видишь вот этот прогресс как бы у многих верующих в жизни прогресс потерян. Вот они родились и просто потерялись в церкви. Они нашли свой стул в церкви. Они его мысленно подписали. Здесь сижу я во веки веков. И не садитесь, пожалуйста, туда, дамочка. Это мой стул. И все. И они остановились. Скажите, этот человек спасенный? Да, он спасенный. Знает он Бога? Нет, он не знает Бога. И знаете, это, это знание Бога это процесс всей нашей жизни. Я хочу прочитать вам одно местописание из Библии. Иоанна 8 глава 32 стих. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Знаете, что у каждого человека, у каждого человека есть частица Бога. Бог вложил. Вы знаете, что Бог, Он великий, Он всемогущий, Он совершенный. Нам до Него никогда не достать. Нам до него никогда не долететь. Те ракеты, которые сейчас придумывают, те технологии, которые придумывают, они никогда это смешно. Это смешно. Никакой человек не сможет достичь и познать Бога. Но Бог сам предлагает человеку познать его. Он дает ему эту возможность и способность. Каким образом? Бог при создании человека, вкла вложил в человека частицу себя. Это дух. Когда Бог создал человека, человек лежал неподвижно. Человек лежал неподвижно. Он был как скульптура. Красивая, но не живая. И тогда Бог нагнулся и вдохнул в лицо человека дыхание жизни свой дух. И вот тогда написано, человек стал душой живою. Бог вложил в каждого из нас свой дух. И именно этот дух ищет Бога всю жизнь. А душа переживает стрессы, когда не найден Бог, когда не познан Бог. Человек ищет счастье. И он не может понять, в чем счастье, потому что это знает только дух. Душа не даст ответ на этот вопрос. Нам поэтому дан дух. Душа нам дана, чтобы общаться с живыми на земле, с людьми. Да? Кто-то там с животными общается, говорит им, и они там выполняют какие-то приказы. Но дух нам дан для того, чтобы мы общались с Богом, Дух тебе дан внутри тебя, и Он, именно Он не дает тебе покоя. Именно благодаря Духу есть тревога в твоей жизни. Именно благодаря Духу есть неудовлетворение в твоей жизни. Для чего? Чтобы именно вот этот неудовлетворенный Дух привел к тебя Богу, и там ты получил удовлетворение, там ты получил утешение. Это как жажда. Она тебя начинает потихонечку мучить, потихонечку, чтобы ты пошел к крану, налил воды и попил. Бог желает, чтобы мы знали Его, Его природу и Его характер. Несмотря на Свою божественность и совершенство, Он вложил в нас дух, который ищет Его. Он только тогда успокаивается, когда находит Бога. Вот почему люди начинают покупать себе больше одежды, больше еды, больше удовольствий, больше наркотиков, больше разврата, больше развлечений. Больше, больше. Почему это идет? Почему? Потому что дух кричит и орет. И чтобы его заткнуть, чтобы его успокоить, человек начинает отвлекаться, человек начинает глушить его. Но ты Человек не знаешь, что именно вот этот дух тебя ведет к Богу, и если он перестанет в te тебя мучить, скажем, духовно, ты никогда к Богу не придешь. Вот почему многие люди при состоянии, при большом состоянии, владении, уже даже в миллиардах оценивается их состояние, они все равно несчастные. Потому что там уже нет значения. Больше 100 миллионов, там уже нет значения. У тебя 10 миллиардов, 30 миллиардов. Это уже никак, никак не влияет на тебя. Никак. Просто ты знаешь, что цифры разные. Все. Ты такой же пустой. Ты такой же несчастный. И дух в тебе, который говорит, я хочу Бога, я хочу знать, какой Бог, я хочу знать своего Творца. Это как ребенок, которого оставили родители в детстве его. Всю свою жизнь он теперь думает о своих родителях, а какие они, а какие мои мама с папой, а зачем они так сделали, а я хочу их найти, я хочу их увидеть. Понимаете, мы также, когда мы живем без Бога, мы как сироты, брошенные. У нас внешне все отлично. Мы улыбаемся, чуть ли не все зубы показываем. Мы делаем вот эти все фотки, выставляем в интернет. Знаете, это, большой, это, это большая проблема. Это симптом. Это чтобы его похвалили. Это, это, это маленький ребенок, которого не похвалили родители. Теперь он фоткает свою, как бы, такую красивую жизнь. Он берет отрывки из своей жизни. Он себя не, не, фоткает, когда он встал с утра. Он не фоткает себя после работы там или же. Он фоткает себя там вот там и вот там на пляже, на поездках, то, что он ест. Понимаете, нехватка любви, нехватка признания. И когда я вижу это, мне просто хочется сказать, иди к Богу. В мире по-другому говорят. Куда посылают? Мы говорим, иди к Богу твое беспокойство. Видно, что ты, тебе не хватает внимания. Мама с папой тебе не дали. Мама с папой были на работе, были заняты. И все твои достижения они не видели. Как ты рисовал, как ты ходил, как ты что-то там учился. И теперь ты повзрослел. Все. И ты пытаешься это людям теперь показать, своим друзьям, своим знакомым. Но кому это надо? Кому это надо? Это же неправда. Ты же не показываешь всю свою жизнь. А это уже неправда. Ты показываешь, как ты с женой обнимаешься, но это только маленький отрывок. А как ты ссоришься, ты не показываешь. Это лицемерие называется. Люди не, не понимают, почему в их жизни беспокойство, неудовлетворение. Они пытаются избавиться от этого чувства, либо заглушить его. И знаете, кто чем? Кто алкоголем? Смотришь но человека приличный человек, но у него столько алкоголя, через него столько реки реки проходит алкоголя. Почему? Вопрос. Почему? Потому что пустая душа, она кричит, дух кричит, я хочу Бога, а человек он не может понять, он не может понять. Сигнализация сработала, а как починить, как убрать, как устранить? Непонятно. Машина сломает быхтит, знаете, бухтит, дымится, останавливается или вообще не едет. А человек не понимает, почему. Тебе нужно срочно к мастеру. Тебе нужно срочно идти к Богу. Если твоя жизнь, и ты уже разочарован, знаешь, ты уже почти готов, чтобы идти к Богу. Потому что многие люди всю жизнь глушат это чувство. А это чувство, которое невозможно заглушить, это крик духа к Богу. Бог, какой ты? Бог, я хочу тебя знать. Бог, я был тобою сотворен, рожден, но не знаю тебя по какой-то причине. Я брошен в этом мире, в этом ужасном, холодном мире, где я никому не нужен. И вот это такая тихий такой крик, очень громкий, но его не слышно. Незнание Бога приводит к мучению. Веришь в Бога годами, а не знаешь, какой он. Поэтому и ходишь, когда приезжают служители, чтобы тебе попророчествовали, чтобы за тебя помолились, чтобы тебя благословили. Это говорит о том, что ты лично не знаешь Бога. Но Бог хочет и предлагает тебе, и зовет тебя, чтобы ты его лично познал. Вы думаете, ученики, ходя с Иисусом, знали его? Нет. Они не понимали, что он говорит, что он замысловато, что он имеет в виду. Они просто ходили, и... но у них были вопросы. Многие вещи об Иисусе объяснил только после своего воскресения из мертвых, когда он умер и воскрес. После. Они не были способны знать его. Как Филипп говорит Иисусу, покажи нам Отца. А Иисус ему говорит, знаешь, Филипп, если бы ты знал меня, знал бы и Отца. Видящий меня, видел и Отца. Знаете, мы многих вещей мы пропускаем, потому что мы невнимательны. Как мы можем знать Бога, которого не видно? Как можно знать Бога, которому даже невозможно в офис прийти? Занять время, поговорить с Ним с глазу на глаз. Как я могу понять Бога, которого не видно, Его не слышно? даже понюхать нельзя. Как я могу такого Бога понять? И вот люди поэтому рисуют себе картины, приходят к картинам, рисуют, делают себе из туканов статуэтки и приходят к статуэткам. Так легче, но так неправильно. Почему неправильно? Потому что сам Господь, Он говорил, помни, когда Он давал 10 заповедей, что голос ты слышал, а образа ты никакого не видел. И никогда не сделай себе образа, напоминающего мужчину или женщину, или каких-то животных. Бог строго сказал, что нельзя это делать. Вот смотрите, один из отрывков, из эпизодов того, что Бог открывается человеку. Вот мы всю жизнь думаем, что Бог такой строгий, Он такой ужасный, что мы грешим. Знаете, многие люди даже думать об этом не хотят. О, наверное, мне будет очень плохо, поэтому я это отодвину назад, я потом как-нибудь разберусь с этим, сейчас я буду просто жить, не буду заморачиваться. Нет, смотрите, Моисей ходил с Богом, Моисей общался с Богом. 40 дней, которые Моисей провел на горе, он проводил не просто сидя на камне и, и, и смотря, как Бог пишет 10 заповедей. Он общался с ним, он общался, ему не хватило 40 дней. Потом он еще ушел на 40 дней. Чтобы Бога познать, тебе недостаточно одного-два дня. Но за один день, даже если ты посвятил один день, ты уже больше познал, чем ты знал раньше. Смотрите, исход, 34 глава, 6 стих. Мы возьмем маленький отрывок, где Бог открывает себя. Какой Он? Он открывает и в свою природу, и в свой характер. И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый и истинный. Смотрите, Бог сам о себе говорит, Он охарактеризовал себя какой он. Он человека любивый. А если ты человеколюбивый, Бог, почему ты дал 10 заповедей? Ведь мы, ты же знаешь, что мы никто их не исполним. Да не было ни одного человека, который бы исполнил, кроме Иисуса Христа, такого человека не было. Никто не исполнил 10 заповедей. Ни до, ни после, когда их дали. Никто никогда не и каждый день их нарушают эти 10 заповедей. Бог, если ты любишь человека, зачем ты ему даешь такие сложные задания? Зачем ты ему даешь такие высокие планку, ему так высоко поставил? Он же никогда не прыгнет в эту высоту. Знаете, через закон Бог показывает. Когда человек встречается с законом, он видит свою греховность. А когда ты видишь свою греховность, то как бы задумка Бога, чтобы ты бежал к Иисусу и просил у Него прощения, чтобы Он вошел в твою жизнь и изменил ее. Вот такая была задумка. Бог дает тебе 10 заповедей, через них ты видишь, что ты полностью, стопроцентный грешник, стопроцентный. Почему? Если ты 9 заповедей исполнил и одну не исполнил, ты становишься виновен во всем законе. Поэтому 100% каждый человек, является грешником. И смысл такой: ты встречаешься с законом, ты видишь, что ты полный грешник, и ты бежишь к Иисусу и говоришь: Боже, прости. Вот как тот грешник в храме. Иисус говорит: вошел мытарь и вошел грешник, да? О, вошел фарисей и вошел грешник мытарь. И вы знаете, что? Что делал грешник? Он бил себя в грудь, стоя вдали. Он бил себя в грудь и говорил: Прости меня, я грешный. Прости меня. Знаете, когда многие с законом встречаются, я удивляюсь. Кто-то пытается его исполнять. Но вы поймите, что это, его исполнить может только Бог. Но вы никогда его не исполните. Так что ж нам теперь нарушать его? Нет. Бежать к Иисусу, бежать за милостью, бежать на гору, спасаться на гору. А где эта гора? Это Голгофа, там крест, там спасение. Понимаете? Ангел пришел к Лоту и его жене говорит: спасайтесь на гору. И написано вывел его с поспешностью, так что он ничего не мог взять никакую вещь. Ему говорили: вот в такое-то время прольется дождь серный на землю. А, да? Ну да, 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 да. И он всерьез это не воспринял. Ангелы смотрят на часы, они понимают у них другие часы, они понимают, что сейчас будет огонь, а Лот не шевелится. Жена не шевелится, жена там узлы вяжет, узелки делают, что-то там. Какие ослы, сейчас будет огонь. Это все надо оставить. Вспоминайте жену Лота. Она думала только о магазинах. Шопинг. И написано, ангел Божий вывел Лота с поспешностью. Куда вывел? Не просто за город, на гору. Это прообраз. Там Христос, там спасение. Бегите и не оглядывайтесь. Когда вы вышли из мира, не оглядывайтесь, кто остался. А мои друзья, я пойду их спасать. Не спасешь ты, они тебя совратят дальше, обратно. Не надо, ты не силен. Ты сам должен выйти. Когда ты наберешься силы, может быть, тебя Бог пошлет обратно. Но сейчас тебе нужно выйти из своей компании и бежать на гору. Не оглядываться, не думать, а кто там остался. А там остались мои друзья, с которыми я всю жизнь. А вот впереди неизвестность. Послушай, там благословенная неизвестность, а там проклятые друзья, собутыльники, которые тебя держат. И которые тебе говорят, ты что не мужик, давай, давай, ты что не мужик. Это друзья, Таких друзей нужно сразу убирать из своей жизни. Друзья, которые тебя топят, друзья, которые на тебя давят, друзья, которые тебя не поднимают, это не друзья, это твои враги. И лот он был спасен, он смотрел, он не оборачивался. Представьте, он потерял жену, он потерял все свое имущество, он всю жизнь к этому шел, он был на пике своего, своей славы, на пике своих заработков. У него такие обороты были, и он в одночасье все теряет, все абсолютно и даже близкого человека, жену. Но он не обернулся. И он был спасен. Если бы он обернулся, он тоже был бы мертвым, и в аду он всю жизнь клял бы свою жену. Я посмотрел на тебя, ты меня там это совратила. Я из-за тебя, я из-за тебя. Знаете, в аду так люди орут. Э -э 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 -в, иногда Иисус спускается берет человека, который живет на земле, верующего, берет его в ад и показывает ему экскурсию по аду, проводит. Это ужасная экскурсия. Это ужасно. И я верю, что ни один человек не хочет на такую экскурсию, но Иисус это делает выборочно, особенно. Он выбирает тех людей для цели, чтобы они рассказали, что ад реален. И вот одну женщину Иисус выбрал и показывает ей ад. И там две сестры. Две сестры. И знаете, в аду они орут друг на друга. А орут. Я из-за тебя здесь. Я из-за тебя здесь. А там на нее орет. И вот это, представьте, всю вечность. Там кто-то из, из, из кого-то увел мужа. Или там, я не знаю, это была какая-то ситуация. И вот это непрощение было, горечь, обида. И вы знаете, нам не надо смотреть. А вот за людей не надо принимать решения. Ты за себя дашь отчет Богу. Ты должен спасаться, выходить и спасаться на гору. Потому что если кому надо, они тоже спасутся и побегут за тобою. Но если им это не надо, ты возвращаешься, то ты возвращаешься, написано, Иисус сказал: не бросайте жемчуг перед свиньями. Не бросайте, не делайте это ошибки, не думайте, что вы такой способный, и вы кого-то можете оттуда вернуть. Нет. Если человек не хочет, он остается там. Блудный сын, он дошел до, до бомжовского состояния, но он захотел вернуться к отцу, и его жизнь наладилась. Так низко жизнь его, знаете, есть выражение «ниже плинтуса». А кто-то еще говорит там, я, я хотел стать половой краской. То есть жизнь на уровне половой краски. Настолько ты разрушен, настолько ты раздавлен. Но у тебя есть одна фраза. Иди домой. Иди домой. Тебя там любят. Почему я сейчас прочитал это местописание про Бога, который сам о себе сказал? Он сказал, во-первых, я человеколюбивый. Как бы ты что ты ни натворил, что бы каких бы ты грехов ни сделал, и куда бы ты ни вляпался, он человеколюбивый. Это твои грехи, твое отношение даже к нему не распространяется на его характер, на его природу. Он такой, ты можешь быть разным, но он такой, он любит человека. И он вот это дает нам. Понимаете, если мы не знали, что он нас любит, мы бы и не пришли. Видите, знание Бога. Однажды мы услышали, иди к Господу, Он любит тебя. Я пришел к Господу. И я действительно пережил Его любовь. Если бы я этого не знал, я бы находился бы сейчас в оковах. Я бы сейчас находился бы в тюрьме своей неуверенности, страха. Многим верующим. Им нужно прийти, им нужно поверить, что они лично могут общаться с Богом. Есть верующие, которых вера работает только в пасторов или в проповедников, что вот они помолятся, в моей жизни получится. Нет, ты сам попроси, и в твоей жизни получится. Да, мы просим, когда нам трудно, и Библия к этому тоже призывает, чтобы мы открывали свои нужды, чтобы мы, знаете, молились двое или трое. Но здесь сейчас речь идет о тебе, что тебе нужно познать Бога. Потому что, когда ты не знаешь Бога, ты ходишь в страхе. Тебе сегодня сказали, одну маску надевай, а завтра тебе скажут, две маски надевай. Сегодня тебе сказали, один укол делать, тебе... завтра тебе скажут, два укола делать. Через, через, э -э -э -э, через год тебе скажут, еще два укола тебе делать. Тебя запичкают, тебя убьют. А потом, когда ты окажешься в потустороннем мире, а ты там точно окажешься, поверь, то ты будешь говорить, Бог, это несправедливость, меня обманули, меня правительство обмануло. Нет, дорогой друг, ты хотел этого. Если тебя что-то отвлекает, оторви это от своей жизни, удали. Если бы ты видел, что тебя ждет в будущем, то ты бы это сделал. Сейчас ты считаешь, что это фанатизм. Ты считаешь, что агрессивный поиск Бога, знаете, как будто ищут преступника, все силы бросили. Целые комитеты, целые организации, криминальный отдел ищут преступника. Вот если бы сегодня церковь также искала бы Бога, как криминальный отдел ищет преступника, о, -о, о, Бог бы так радовался, он бы тебе так открылся бы, он бы тебе столько секретов рассказал, да ты бы смеялся бы каждый день, ты бы радовался, ни одна новость о ней испугала бы. А так мы настолько стали ранимые, мы настолько стали нежные, что нам какую-то новость сказали, и мы уже все, не знаем, как дальше жить. Не знаем, как дальше жить. Послушайте, люди, которые знают Бога, они знают, как дальше жить. Потому что они с Богом. На них не влияет ничто из этого мира. Первое, с чем они распрощались, первое, что дает познание Бога, у тебя уходит страх смерти, ты не боишься умереть. Сегодня многие христиане боятся умереть. Боятся. Боятся умереть. Но по сути, что такое для верующего смерть? Это переход в царство живых. Переход в царство Божие, где вообще классно. Но почему верующие боятся умереть, если это переход в Божье царство, в на небеса? Но почему надо бояться этого? А потому что Бога не знают. И апостол Павел, он пишет к церкви и говорит, я это говорю к стыду вашему, многие из вас не знают Бога. Но если он это написал, в этом послании есть шанс. Давайте, братья, давайте, сестрички, идите к Богу, начинайте проводить время с Ним, начинайте. Услышал такое выражение, как-то по-другому. С кем поведешься, от того и забеременеешь. Это и хорошо, и плохо. Если ты повелся с Богом, ты забеременеешь от Бога. Написано, что Он зачав, родил нас словом истины. Он зачал. Он тоже как был бы, как, как будто беременный. Потому что Он родил нас. В тебе родятся новые мысли, новые откровения. Если ты поведешься с Богом, ты зачнешь как будто бы от Него, и твоя жизнь станет совершенно другой. Людям сегодня нужен ответ. И если у церкви даже нет ответа, куда им бежать, что им делать, если сегодня верующие не знают, как жить дальше. Я хочу сказать, во-первых, ни за что не держись своей жизни, не держись за свое имущество. Раз. Не держись за свою жизнь. Это два. И третье. Держись за Бога всем сердцем, всем душою всей крепостью своей. Держись за Него, ты будешь счастливый. Для тебя нету испуга. Все будут бояться, ты не будешь бояться. Будьте благословены. Давай сейчас, давайте сейчас помолимся.